Итак, друзья, мы с вами в Финляндии, за полярным кругом. Сегодня по часам 16 июля 2016 года. Как видите, здесь невысокие деревья, красивые. Мы плывем по озеру с очень сложным названием, которое я не могу произнести, против ветра. И за 3 часа прошли 3 километра. Такой темп у нас передвижения. Против ветра грести очень сложно. Иногда даже стоим на месте по несколько минут, при этом полностью выкладываясь. Потому что ветер компенсирует все наши усилия. Надеюсь, сегодня мы найдем красивое место для стоянки и встанем